Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls, Prepare to Die Edition контент. Мы находимся, собственно, в святилище. В последней серии мы убили рыцаря Арториоса, и, надо сказать, это был действительно сложный бой. Но сейчас мы посмотрим, что есть в этом Колизее. У нас, кстати говоря, 50 тысяч душ, которые, собственно, от него и остались. Поэтому давайте качать силу до 34, я думаю, будет нормально. И скоро мы сможем. Так, кстати говоря, нужно будет положить его в душу. Интересно, что из него можно сделать? Вполне возможно, что что-то хорошее. Но сейчас, в принципе, будем двигаться дальше. У нас медленный воин, а тут по большей части вот с этими каменными истуканами проще драться легким. Ну, будем пробовать так. Короче говоря, сейчас добежим до Колизея, где у нас, собственно, была драка с Арториусом, и там посмотрим, к чему это все нас приведет. Локация, надо сказать, многие говорят, что, мол, сами разработчики говорили, что сюда нужно ходить только на 70 уровне. Это фигня, по-моему. В Dark Souls вообще не так много зависит от уровня, сколько зависит именно от... Ну, то есть от стараний, что ли, как это сказать. Вот. Люди там, я смотрел, есть такой канал Epic Name Bro, ну там товарищ вообще мега-профи в этой игре, и в Dark Souls, и в Demon Souls. По-моему, на 15 уровне забарывал Арштейна и Смога, так что ничего удивительного. И, кстати говоря, многие говорили, что, мол, зря-зря я там убил сначала Смога, потом Арштейна, что, мол, иначе мне дали бы очень хорошую тяжелую броню. Но я все-таки вот сейчас прихожу к мнению, что тяжелый воин — это хорошо, но как полутяжелый, вот такой более-менее подвижный, это все-таки получше. Поэтому броня Арштейна, я думаю, мне больше подойдет, если я и буду ей пользоваться. А такой совсем уж тяжеляк — это, ну, как-то не мое, не понравилось мне. Вот. Сколько раз я уже по этой дороге обходил, пока дрался с ним. Это офигеть. Так, у тебя что можно купить? Я, честно говоря, не помню. Ну, сейчас посмотрим. For Juniper's sake, put some spring into your step. Шо? Зеленый цветок временно ускоряет восстановление. А, понятно. Красный мох, кстати говоря, там вот у нас в святилище нежити, или как она называется в русской версии, можно обменивать у того гнезда на твинтинг титанит. Талисман Ллойда — это против мимиков. То есть используешь его около мимика. И он, многие пишут, что мимик умирает. Мимик не умирает, он просто засыпает. Через некоторое время он приходит в себя и опять начинает кусаться, легаться. Так что, ну его нафиг. Так, ну и все, тут пелены нет. В принципе, нормально. Мне, кстати говоря, понравилось это оружие. Где оно? Алебарда Черного Рыцаря. Очень неплохая. У нее прикол в том, что вот именно с Арториусом ей было неплохо драться. Вот этот удар у нее очень быстрый и далеко идет. Так, подожди, это что такое? Если ее качнуть, я думаю, это оружие будет даже лучше, чем мой двуручный меч, Цвайхандер. Добрый день. Are you human? I forgive you. I am here to pay respects to a dear friend. Please, allow me a moment alone. Нет. Are you human? А, понятно. I forgive you. Короче, женушка пришла. Ну, муженек твой, надо сказать. Тут еще не подарок. Так, и все, у нас выход в другую сторону. Давайте посмотрим, что тот. Видимо, здесь попозже будет что-то. Потому что явно она не просто так тут сидит. Получилось. Да, получилось. Тут у нас пролегает дорога. Куда, интересно. Так, хорошо, давайте сюда посмотрим. Сначала наверх. Тут вроде как должен быть кузнец, что ли, какой-то. Писали в комментариях. Кузнецы — это всегда хорошо, по-моему. Красивые, красивые локации, да? Обалденно просто. Так, что-то вижу. В Дарке, в принципе, как и в Demon's Souls, всегда нужно искать вот такие вот заковыристые обходные пути. Именно на них можно набрать разных приколюх.
очень полно, очень много секретиков в игре. Незначительных, но именно вот они так и заставляют оглядываться по сторонам. Блин, прикольное место. Так, я уже слышу, там кто-то нож точит. Или меч. Это кузнец, похоже. Поэтому пойдемте посмотрим. Заперт. Отлично. Сюда мы попадем, видимо, попозже. Но там наверху кузнец. Я слышу. Там точильные инструменты. Ладно. Я думаю, если бы я взял отмычку, то есть в самом начале при создании персонажа, то я смог бы открыть эту дверь. Но будем делать все по порядку, как задумано разработчиками изначально. Кстати говоря, я так и не посмотрел, какой сильный удар у этого копья, у этой алебарды, потому что когда я его начал делать с Арториусом, он просто в замах очень долго меня убивал. Поэтому давайте посмотрим. Ну, так себе, честно говоря. Не особо. Так, что у нас в этой стороне? Дуэль руины? ПВП, что ли? Блин, я не подготовлен. У меня оружие... Ладно. Битва стоиков. Это ПВП-арена, по-моему, да? Отступить в зал. Я хочу попробовать все-таки этим. Мне кажется, им можно убивать людей. Причем неплохо так. Вот этим ударом... Можно высушивать просто врагов. А, понятно, вот сюда вот встаешь, ждешь соперников, да? Ну, я готов, давайте попробуем. Не знаю, мне, конечно, больше нравится все-таки подвижным персонажем. К этому мне долго придется привыкать, я чувствую, если в PvP хочу начать выигрывать. Но вот в узких таких коридорчиках мое преимущество, потому что тут они от меня никуда не денутся, не увернутся. Так, ну что, долго ждать, нет? Ну, давайте уже я получу люлей и пойду дальше. Ох, сетевой код, а? From Software. Что ж вы такие в этом деле косоруки? Что на консоли, что на компьютере? Нет ничего. Время боя ограничено. В конце боя победитель получает великую корону. Воин, убивший наибольшее число врагов, получает великую корону. В случае ничьи... Малой короны. Круто, блин, мне хочется, но не получается. Так, ну я не понял. Ну, мне, похоже, нужно стоять на этой платформе, но оно же не срабатывает просто. Я пока что изучил маленькую арену, и можно... Короче, PvP-зона такая. Все, давайте встанем, подождем минуту. Если не получится, то вернемся сюда потом, в отдельной серии. Потому что так это можно долго куковать. Ожидание соперников. Подождите, жду. По сути, вот в таком коридоре, вот так, и вот так, это уже будет хорошо. С другой стороны, мне могут тут соперники не найтись, потому что я сюда рановато пришел. Сюда, вон, по словам практически всех в комментариях, идут уже после 70 уровня, сильно после 70 в основном. Не знаю. Мне норм. Да-да-да. Кстати, да, удивительно. Многие говорят, что, мол, персонажа же толстого создавали, а по сути он совсем не толстый. Ну, как вам сказать? Нормальный такой. Не, ну вы же видите, что ничего не происходит, да? Короче говоря, разберусь с этой темой, и потом мы сюда вернемся. Сейчас пока что-то вообще никак не работает.
Так можно долго ждать, похоже. По ощущениям, нужно, чтобы... Mortal Kombat. Смертельный бой по мост. Командный бой. Прикольно. Вот, дуэль. Давайте дуэли. Кажется мне, что ничего не получится. Я просто не понимаю, что-то... Видимо. Ожидайте участников. У дверей, помеченных меньшим количеством красных сердец. Администратором я быть не хочу. Каких нафиг красных сердец? Ой. Хреново работает все. Хреново. Не могут, я не знаю, лобби какое-нибудь сделать там нормальное такое. Где люди ждут друг друга, потом идет отсчет и начинается битва уже. Или это будет не атмосферно? Не знаю, сетевой компонент игры я никогда не пойму. Что в Дарке, что в Демоне, всегда это было настолько криво сделано. Короче, пошли отсюда, потом я разберусь и уже подеремся по-нормальному. Потому что, ну, сами видите, ничего не происходит. Только время тратим. Ну вот, показал вам маленькую арену. Присылайте вообще в видеоответах битвы свои с другими игроками. Это, я думаю, будет интересно посмотреть не только мне, но и зрителям. Плита легенд. Кто как дерется. 21 человека подряд убил. Давайте посмотрим на него. Ну, в броне Хавела. Но он как, у него сборная такая. Че только нет. Броня Арториаса на торсе. Броня Хавела на ногах. Клеймор. Неплохо. 49 уровень. Так что то, что я говорил про уровень, это ничего подобного. Приходит и пораньше. А тут никто не играет вообще. В командные игры вообще никто не играет. Видите, да, в списке. Это позор, по-моему. From Software, спасибо вам за кривые режимы. Ладно, сюда мы вернемся. Возможно, у меня и получится там пару боев записать. Но теперь я понимаю, что особой популярностью это все не пользуется, ввиду своей кривизны. И давайте двигаться дальше. Что у нас тут? Берегись, еретик. Да какой... О, бонфайр, это хорошо. Как ты погиб вообще? Ой, а что это я там слышу? Странно, как-то он погиб. Сегодня вообще у нас как-то все странно. Там внизу какие-то монстры, я их слышу. И вас сжечь надо будет, я думаю. Вот это хороший бонфайр. Он очень близко к Арториусу. Так что, я думаю, он будет нашим основным в ближайшее время. Так, вот теперь интересный момент. То ли мне с алебардой побегать. То ли мне побегать. Давайте так попробуем. Мне кажется, это будет интересней для разнообразия. Что там за нехорошие звуки такие? По ощущениям, зомби какие-то. Ой, твою мать, это кто? Офигеть. Что-то... Что-то ты мне... Ну, дерешься ты, конечно, так себе, но, по сути, ты мне не очень нравишься своим внешним видом. Большой осколок титанита, офигенно. Напоминает мне внешним видом, если кто играл в Final Fantasy 9, был там персонаж такой,
Блин, да отвяжись ты от меня. Я не помню, как его зовут. Такой суровый воин. Внешность вообще практически один в один. Ох, сколько вас там. Они количество могут начать давить просто. Понятно. Ушел. Ну, в принципе, легкие, да? Не то, что легкие, а вообще элементарные. Так, к алебарде еще не привык, поэтому бывает фиаско. Получи. Шо? Спрашивает, почему не парирую. Неохота. Тем более, чтобы парировать, нужно взять другой щит. А этот щит мне очень нравится. Подходит к моему нынешнему стилю игры. То есть, понаполучал удар в блок, а потом наносишь свои сокрушительные. И я думаю, кстати говоря, что вот с этим сейчас будет полегче. Так, это что это у нас за лифт такой? Куда он ведет? Не работает пока, понял. Прикольная локация. Чем-то не Лондон напоминает, но все же не она, я думаю. Давай, до свидания. Все равно с одного удара не валит. Да нормально, это оружие как бы специально под вас. Хорошо, ребятки. Скоро у нас получается. Уже какой уровень будет? 62. Надо силу побольше качать. Блин, вот пощущи. Тихо. Это маг, что ли, какой-то? Ну да, похоже на то. Так, минус один. Не подлечится ли мне, а то сейчас... Чем он убьет? Тьмой вообще? Сейчас я туда подойду, и вон там из-за угла наверняка вылезет на меня. Это засада очевидная. Бобоська. А блок, интересно, как против этой вещи. Не совсем понятно, стихии именно, которые долбят. Маги, наверное. Блин. Тут нужно на скорость успеть подбежать и уронить его. До свидания. Ты еще живой, смотри. Нет. Так, ну хорошо. Кто там у нас за углом? Засада не вышла. Но ты, собака, все равно тут стоишь. Я тебя слышал. Да, я думал, тут будет пострашнее, конечно. Пока что в DLC серьезная проблема. Только вот эти вот каменные воины здоровенные представляют. Но не будем забегать вперед. Тут что? Блин, так прикольно, новые локации. Я давно об этом мечтал. Че они там говорят? Ох, что-то не нравится мне все это. Ну, давай. Хороший удар. Мне нравится. Ему тоже я смотрю. Так, у меня ощущение, что сейчас я пошел правильно, по правильной дороге, а та, которая была в другую сторону,
Там какая-нибудь приколюха просто лежала, поэтому надо будет вернуться, что ли? Или нет? Я пока не понял. А нет, смотри. Ну и чё, спрыгиваю я туда, и что? Ой, блин, как бы не убиться. Ничего нет. Вроде ничего. Ну ладно, если что, бонфайр поблизости, враги элементарные, так что все нормально. Куда иду? Вообще не понимаю. Тихо. Так, там у нас маг. Да будет свет. Свет! Так, подожди. Что за звуки там вообще? Блин, а у меня нету фонарика. Я вижу прям дверь очерчена. Вы видите, да, вот эту вот травой? И как мне посветить сюда? Никак. Не смогу я это сделать. Нужно найти мне фонарик, и тогда я смогу сюда прийти, я чувствую. Печально. Будем надеяться, где-то здесь найдем. Нужно запомнить это место. Да будет свет. Ну, конечно, звук, который оттуда идут, меня не сильно радует, но... В этой игре не звуков надо бояться, по-моему. Так, ты одна там, гадость? Нормально держит удары. Куда я пришел? Вообще в темень какую-то. Какой-то сундук. Твою мать. О, ребята. Это не очень хорошо. Сами по себе удары не такие болезненные, но дело в том, что они именно сдерживают. После этого стоишь, шатаешься некоторое время. Знак прости. Чё-то я уже ничего в этой жизни не понимаю. Резьба по древнему дереву с надписью «Прости». Эту голову вырезал из древнего дерева Гох, когда находился в заключении. Гох вкладывал душу в каждую работу, и это принесло ему озарение. Если побеспокоить голову, она заговорит, демонстрируя вложенные в нее чувства. Блин, ее использовать можно? А я ее не потрачу? Пусть пока будет. Вдруг она как-то важна там. В этой игре. Может быть, по-всякому. Так, я сейчас могу умереть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да. Так, ладно. Против вас нужно какую-то тактику придумать. Если бы я был лучником, я бы их расстрелял. А так нужно было просто по-быстрому подбегать, рубить одного, хапать от второго, рубить второго. Ну, блин, интересная локация. Сколько тут всего, да? 15 тысяч душ. Пофиг, конечно. Попробую пойти в другую развилку сейчас. 15 тысяч душ — это довольно быстро мы наберем, если надо будет. Вот понять бы мне, для чего там всякие эти... Блин, прикольные враги. Опасные руки. Под 500-ку сношу так. Нормально. Так, ладно, что дальше? Тебя-то как включить? Мне кажется, снизу, когда мы спустимся.
У нас будет срез такой. Так, ну что, ребятушки, идите ко мне. Давай сюда. Вот так, молодцы. Ты предсказуем. Шо? Вообще, надо было сюда идти сразу после битвы с Арториус. То есть, не откладывать дальнейшее прохождение на несколько дней. Тогда бы я... Они мне просто удар не смогли нанести. Я уже просто от всего уворачивался. Но сейчас опять подразучился маленько. Так, ну давай, гадость. Нормально. Видите, уже 3000. А мы ничего, собственно, и не делали. Половину жизни, ну ты посмотри, ну. Вот с этим нужно что-то делать. Пока что вот эти противники единственные, которые доставляют проблемы. До свидания. Так, ну-ка-ся. Короче говоря, мы пошли направо, а в этот раз мы пойдем сюда. Да, спрыгнем уже, ну. Да ладно. Хорошо. Вот, собственно, то самое место, где бы мне взять фонарик. В катакомбах у нас были то есть черепные фонари. Но то в катакомбах, то не в DLC локации. Кристальная жаба. Я практически уверен, что сейчас я пробегу, этот мостик развалится, да? Есть у меня такое подозрение. Так, сундук. Безопасный вроде, нет? Твою мать! Сволочь! Это, господа, были мимики. Ну как вот, тут же вообще не видно его цепочку было. А вот теперь видно, что она тянется вперед. Сейчас мне кто-то за это ответит. Спасибо, что попал. Нравится? Скотина. Знак отлично. И он не умер. Его нужно добивать. Потому что он сейчас придет в себя. Ты мне, сволочь, ответишь. Смотри, какой мощный. Давай. Оп, пардон, это было плохо. Да что ж ты, елки-палки. Так, не спешим. Тварь все-таки опасная, хотя, в принципе, конечно, элементарно убивается. Вот этот удар просто... Он вас начинает кушать, и ничего с этим не сделаете. Так, что за знак мы подобрали? Что эти знаки вообще дают? Тоже Гох вырезал. Лицо выражает радость. Very good. Very good. И что это дало? Но она остается, да? Хорошо. Рискнул я просто. Блин. Столько всего. Я прям даже не знаю. Разбираться и разбираться тут, похоже. Так, вон там мои душеньки. Но туда я сейчас не попадаю. Эм...
Надеюсь, меня никто не... Вон та тварь не будет меня пострелить. Вот это плохо, кстати говоря. Я не знаю, как я к ней подойду. Мне придется нахапать ударов, прежде чем я смогу что-то сделать. Засада. Свидание. Давай, иди сюда. Блин, он вытягивает меня на нее. Так, ну что ж, что у нас? Ну там у нас, судя по всему, все-таки... Ой-ой-ой-ой, это плохо. Да. Ой, короче говоря, куда же идти-то? Ну пойдем туда, что мне остается? Охота, конечно, на тебе души забрать и, в принципе, тем отомстить. Вот там практически верняк, что я погибну, пока не придумал, что делать. А здесь какие-то шансы. И дорожка такая узенькая, главное. Разработчики игры же мазохисты, вернее садисты. Поржи, поржи мне. Скотина. Фонарик мне дайте кто-нибудь, пожалуйста. Что за место? Ох-ох-ох-ох-ох. Аж. Так, секунду. Продолжаем. Что-то у меня игра свернулась внезапно. Что и большое спасибо. Куда это мы попали? Что это за монстры такие? Берегись справа. Понял. Что за поросль вообще такая? Напоминает то, что в архивах, там где Сид бесчешуйчатый. Ой, плохое место. Но их, по крайней мере, видно по свечению. Я думаю, здесь дофига будет этих магов, стреляющих темнотой. Так, ладно. Сколько здесь боссов? 4, по-моему. То есть... Страж святилища, Арториас, ну какой-то дракон, говорят, и Манус какой-то. Манус, говорят, самый сложный, то есть сложнее Арториуса. Не знаю, я не представляю, куда еще сложнее. Ёлки-палки. Ну это все обычное, да? А вон там вдали стоит вроде маг. Мага нафиг не нужно. Где топчется? Ощущение, что надо мной. Вот ты, тварь. Ты одна тут такая? Блин, я не могу на нее спрыгнуть, что ли? Так, ладно. Я просто чувствую, меня убьют сейчас. Их тут дофига. Атакуйте, ну. От него в основном проблема. Вот от этого паренька. Я к нему спрыгнуть даже не могу. С другой стороны, я могу сейчас арбалет похвой. Ой-ой-ой, плохо. Офигеть.
тебя только не хватало. Фу, короче говоря. Я ж сейчас погибну. Я не знаю, как мне. Удар в падение, но я не могу. Отлично. Да не то, блин. Ладно, чё мы. Давай, иди сюда уже. Ну, молодца, пошел, пошел, пошел. Хорошо. Вон тварь убирается. Ай! Да, блин, ну как... Как же все сложно. Неприятное место определенно. Бежим, 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 бежим. Да скотина, она какая быстрая. Так, осталось 3 эстуса. Это круто. Фу. Да бесполезно тут арбалетом. Ребятки, вы хоть наагритесь на меня, что ли? Я не знаю. Как неохота умирать. Че, давай, 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 пошел, пошел, пошел. Ну. Хорошо. Там обычные стоят, я так понимаю. Похоже, размотаем, что ли? Неужто получится? Оп, пардон. Отступаем. Незадача. Блин, да чего ж ты, гад? Неудобный-то, а? Да ёлки-палки, ну. Офигеть! С одного удара! Хорошо. Фу, я думаю, на этом завершим нафиг эту серию. Следующий я маленько почитаю, что вообще нужно, чтобы как-то получить здесь этот... фонарь, потому что я хочу тут секретик открыть. Ну, короче, эта локация будет полна боли. По сути, я думаю, в следующий раз мы, возможно, с первого раза даже пройдем, потому что делать-то тут особо по сложности нечего. Только маги вот эти вот доставляют своей сложностью. Но так, локация довольно легкая. И внешним видом она мне нравится. Короче говоря, в следующий раз двинемся и постараемся вообще открыть все, что тут возможно. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.